слышно, да, какие лозунги выкрикивают. Это колонна, которая была сейчас у нас на площади перед горсоветом. Прошла она около Рязани через пешеходный переход. И вот эта вся колонна двигается к самому горсовету. Поэтому вот с утра у нас все было здесь огорожено. Вот видите, через каждые там 10 метров стоят полицейские. Тут стоят полицейские. Такая огромная колонна движется в сторону горсовета. Там даже хвоста еще не видно. Но в основном, конечно, молодежь. В основном молодежь. Взрослые люди боятся. Я там тоже подходил к памятнику Ленина посмотреть, что там происходит. Полиции было, вот, наверное, еще больше, чем... В принципе, и здесь, вот видите, полиция сопровождает тут прям этими группами. Это вот то, что в форме. И, думаю, без формы даже внутри колонны есть люди, которые... Полиция, да, вот они там идут в этом. Да, колонна двинулась к горсовету, но навряд ли там кого-то пустят. Хотя почему? Люди гуляют по городу. Гулять же не запрещено. Ну, в основном молодежь. Взрослых, конечно, очень мало. Да, к самому горсовету. Почему-то не видно, что подходит на... А, вот первые. Непонятно, не то ли это колонны, не то ли это столбы. Ну, полиции очень много. Очень много. С утра еще, когда выглянул, не мог понять, почему здесь все перекрыто. Он идет. Путин. Как же он? Путин. А, Путин нам не царь. Или он нам не царь. Но митинг идет антипутинский. У всех полицейских камеры. Все снимают, практически подходят и в лицо снимают. Да. Вот голова колонны появилась перед самим горсоветом. Народ собрался перед самим зданием городского совета. Ну, я думаю, что будет путь. Так, митинг там и будет продолжаться, да. Ладно, посмотрим, что будет дальше.